Александр Анатольевич, пожалуйста, ваши комментарии по двум матчам с Алматы. Молодцы, вчера хорошая игра, ребята. Понятно, что, конечно, ну, я ничего не буду говорить, понятно, по сравнению с уровнем первенства Российской Федерации, как бы не было, то есть мы очень серьезно к этим играм относимся, потому что мы в первую очередь решаем какие-то свои задачи, задачи построения команды, задачи там, тактического построения и так далее, и требуем от этого выполнения. Ну, вот, поэтому, честно говоря, и на табло-то особо я и не смотрю. Больше меня интересует, наверное, содержание игры и содержание и выполнение игрового задания ребят. Как они понимают игру, как они играют. И очень приятно смотреть, что ребята тебя слышат и пытаются выполнять то, что от них, в общем-то, требуется. И очень приятно смотреть вообще, когда они в хоккей играют. Это и сами удовольствие получают, и голы забивают, и тренера довольны. Поэтому молодцы ребята, то есть и много голов забили. И есть, конечно, есть многие моменты, есть над чем работать. Не многие, а очень многие, потому что я им говорю, ребята, мы с вами в хоккее учимся еще, только я. Поэтому идет такое, как сказать, планомерная работа. И сейчас в дальнейшие игры с Магнитогорском играем, надеемся, уже в воскресенье. Поэтому это уже, как сказать, вчерашний день. А так, ребят, хочу поздравить с победой, молодцы. Тамерлан, пожалуйста, твои комментарии по двум матчам с хоккейной командой Алматы. Матч хороший получился. Победили с большим счетом. Голы хорошие были. Команда показала работу. Впереди у вашей команды матчи в первенстве Российской Федерации. Что вот эти две игры с Алматы дали вам? Какую пищу для размышлений перед матчами в чемпионате России? Надо играть определенные схемы. Комбинации какие-то, чтобы получались дальше в дальнейших играх. Шамиль, добрый день. Твои комментарии по двум матчам с хоккейной командой Алматы. Ну, сыграли хорошие матчи. Видно было, так команда тоже старалась. Но как бы у нас были свои задачи, и мы их, я думаю, выполнили. А расскажи подробнее о тех задачах, которые стояли перед вашей командой. Можно ли сказать, что вы хорошо подготовились к играм в чемпионате России? Ну, у нас есть определенные задания от тренера, которые мы должны выполнять. Ну, если ты не выполняешь, то не играешь. Как бы все старались выполнять его. А что это задание? Можешь нам поподробнее рассказать? Ну, это задание по тактике, если рассказывать. То... Ну, примерно хотя бы одно-два простых задания. Ну, просто как нужно встречать соперника, как располагаться в зоне большинство-меньшинство.